Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Или, Или, лама савахвани, какая боль, как тяжко, а они безжалостно вбивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки, пылают смрадным факелом огни. За что, Господь, ты терпишь эти муки? И ты их любишь, ты на них взгляни. Какая желчь, подобное мучение заставили бы вздрогнуть палача. А эти люди смотрят хохоча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить: этому не быть? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто б душу напитал небесным хлебом? Восстановил общенья нить и примирил бы грешных с Богом. Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мучения. А между тем твое мучение первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд, от боли все пылает тело. Ты жаждешь уксус, желчи вкус. Да, только ты лишь, Иисус, свершить способен Божье дело. Вися на древе, словно вор, терпя глумление и позор. Так где ж предел твоей любви? Или, Или, лама савахвани? Аминь. Аминь.